Мне необходима справка об отсутствии судимости для трудоустройства. Подскажите, пожалуйста, где в нашем городе ее можно получить? Ну, данную государственную услугу граждане могут получить удобным для них способом. Либо обратившись в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом случае прием документов осуществляется во всех структурных подразделениях МФЦ. Либо получить справку через личный кабинет на портале госуслуг. Заявителями по услуге являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, либо их уполномоченные представители. Что касается порядка предоставления самой услуги, то данная услуга предоставляется бесплатно, то есть без взимания государственной пошлины, либо какой-то платы. Для получения услуги заявителям предоставляются следующие документы. Это заявление о выдаче справки. В случае, если гражданин обращается в МФЦ, то данное заявление оформляется уполномоченным сотрудником МФЦ. Копия заполненных страниц документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке. При подаче заявления доверенным лицом обязательно необходимо предоставить копию доверенности на право получения справки об отсутствии либо наличии судимости, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае обращения законного представителя, родителя либо усыновителя с заявлением в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, необходимо предоставить копию документа, подтверждающего родство или факт усыновления. Ну и при подаче таких заявлений опекуном либо попечителем в отношении лица, которое находится под его опекой либо попечительством, соответственно, необходимо будет предоставить копию документа, подтверждающего факт установления опеки либо попечительства. Хотелось бы обратить внимание, что при предоставлении копий всех указанных документов в обязательном порядке предоставляются их оригиналы. И в случае, если документы, необходимые для предоставления услуги, выполнены на иностранном языке, то в обязательном порядке предоставляется их перевод на русский язык. В соответствии с административным регламентом срок предоставления услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации данного заявления в информационном центре уполномоченного органа. Услуга предоставляется управлением МВД по Приморскому краю. И также хотелось бы обратить внимание заявителей, что в случае получения данной справки через сайт госуслуг заявители могут обращаться в МФЦ. В присутствии оператора МФЦ через личный кабинет на портале госуслуг распечатать полученную справку и заверить ее в установленном порядке у сотрудника МФЦ.